В Сиверском районе состоялись краевые соревнования «Школа безопасности». Местом проведения стали Ставропольские поляны в окрестностях станицы Ставропольской. Мероприятие прошло под патронажем Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Первой самой задачей является у нас это формирование культуры безопасности у детей и педагогов. Второй же основной задачей является отбор команды на участие в межрегиональных соревнованиях школы безопасности. Ну, далее, если победят, и на российских соревнованиях. Одним из самых сложных этапов для ребят стали спасательные работы в техногенной среде. С помощью специального оборудования, полиспаста поднимали плиты. Также поучаствовали в спасательной операции, снимая застрявшего электрика с высокого столба. В соревнованиях приняла участие 21 команда из 17 муниципальных образований. В их числе 10 команд в младшей возрастной группе от 13 до 14 лет и 11 команд в старшей возрастной группе от 15 до 17 лет. Участвовала и команда из Сиверского района «Альтаир». Наша команда представляет Сиверский район. Мы не первый год участвуем в соревнованиях школы безопасности, и я вообще считаю, что это одно из самых сложных соревнований, которое проводится у нас в крае, потому что на школу безопасности нужно очень много знать. Вот, для ребят это, конечно, огромный, интереснейший опыт, который они здесь получают, что очень важно. Команда «Альтаир» по итогам соревнований стала лучшей и заняла первое место в старшей возрастной группе. Ребята представят Краснодарский край на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности», а позже, возможно, и на всероссийских соревнованиях.